приехали туда на мосты, под мосты. Там это. Ну, эти лежали там наши, гражданские, укропы, это, военные. Это. А это, мы, короче, бежим туда, перебегаем, позицию занимать. Это, ну, нам сказали, короче, добивать их по пути, этих всех хуеплетов, ну, укропов. Угу. Там с парнишкой с одним. А, ну, это, я такой думаю, блядь, может попробовать горло перерезать? Такой думаю, ну, хуяк, короче, я могу. Парнишка один тоже. Да, ну. Хуёво стало мне. Ты правда. Что, еще кому-то голову перерезал? Да, я, кстати, вот это в самом начале было. Ну, третий, четвертый день вечериночки. Ты вот скажи, тебе просто захотелось, и ты перерезал место, блядь, его просто убить, ты его мучил? Почему я мучил-то? Я просто перерезал ему горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу? Тогда подумал. Ну что вы такие фантазии извращенные, а? Только никому не рассказывай.